Ну что, помни, чё мы молчим? Ёлки-палки, блин, меня к доске вызвали, я не знаю, что ответить. 10 секунд, помни! Да? Нет! Что? И что делать, Джекс? Джекс, помоги, что мне сказать, училки? Ну что, помни. Твое время потихонечку выходит. Вот. О, мне можно задонатить, офигеть. О, мне 15 звездочек дали, офигетеньки. Так, ну что, помни. Ой, в смысле, Джекс. Ну, короче, вот меня вызвали только что на презентацию. Ой, капец, вот эти наши одноклассники вовсю рулят. Молодцы, давайте продолжаем. Мы сейчас тоже с Джексом троллить и училку будем. Ты, короче, тут новенький, да, первый день. Но я тут уже профессионально, я тут столько шортов сняла. То, что вообще, короче, жесть. Значит, смотри, для начала знаешь, что можно устроить нашей училке? Я предлагаю мою короночку, а? Хочешь ее увидеть, эту короночку? Только готовься, она супер сильная. Ты рейди? Так. Смотри, надо прицелиться. Надо хорошенечко прицелиться. Ты готов? Сейчас будет жестко. Так, прицелились. И... Ки! Сейчас. Ки-я! О! Ты что делаешь? Эй, помни, ты что творишь? Вот это угар! Че, хочешь что-нибудь попробовать? Давай, у тебя, я уверен, получится. Что-нибудь там интересненькое. Забабаха. О, хорош, просвистел. Че орём-то? Че свистим? Офигели, что ли? О, слушай, есть идейка. Погоди. Алло? Пиццу привезли, прикинь! Так, мне надо это... Быстренько... Можно забрать пиццу? Ага, спасибо. Так, все. Я сейчас заберу пиццу, окей? Так, а здесь что за классик? Ну-ка, так, ладно. Так, все, забрали пиццу, отлично. Так, что у нас там написано? Use code hallway, окей. Так, все, я вернулась. Смотри, пиццу реально привезли. Смотри, сейчас. Ура, пиццуля! Эй, помни, ты что творишь? Помни! А, Джекс, давай, тебя унитазом кинули! Джекс, тебя только что унитазом кинули, ёлки-палки, ты как не заметил-то? Кто у меня? В тебя унитазом только что кинули, ты что даже не заметил? Ой. Джекс! Я не обращаю внимания на придурков. Джекс! Ой! Живот болит! Ой! Прости, Джекс! Я не сдержалась, это было слишком тяжело. Не, ну ты вообще... Ну так... прости, ну вы... Ты невоспитанный. Да сам ты невоспитанный. Невоспитанная ты какая-то. Да сам ты невоспитанный. Ёлки-палки. О, хорош, самолетик! Да блин, надо было в училку. Чё тут самолетики? Вы чё, офигели что ли? Да, но все равно это, если честно, какой-то такой себе пранк. Ну ладно, ничего страшного. Так, ладно. Джекс, ты чего на мой гораешь? Красава! А сейчас нужно тоже что-нибудь взять. Может быть, оп, щелкнули. А, кто щелкает нафиг? Кто орёт? Фу, там чел пукнул! Капец. Так, ладно, что у нас тут в книжечке? Так, ну-ка, сейчас мы... О, рекол. Круто. Так. Что там? А что там происходит у меня вопрос? Ничего, молочко привезли, что ли? Зато мне пиццу. Видимо, да. Считай, это круче. Так, ну ладно. Так, как ты думаешь, пицца или молочко? Что круче? Вы что в меня унитазами кидаете? Это вообще не круто. Это фигово. Это в тебя выкинули? Джекс! Да. Меня унитазом кинули! Вот хулиганы какие! Да вообще, хоть пу! Все, ну вот нафиг! Там девка танцевала, в нее унитаз кто-то кинул. Капец, нафиг, вот это да! Ой, у меня домашку спрашивают! Так, сейчас я быстренько сделаю, я забыла сделать домашку. Так, быстренько. Так, наугад. Вот пофиг, наугад, короче, отвечай. Блин, лишь бы пять или четыре, но не меньше. Джекс, подскажи ответ. Джекс, ой. Так, помни, на этот раз твоя работа.
елки-палки, опять два в сотый раз. Да что это такое? Капец. Мне почему-то тоже двойку поставили. Капец, реально что ли? Да, Джекс, забыл сказать. Тебе два. И да, Джекс, вспомни. Это... Родители в школу завтра! Какие родители? Вообще, весь класс, закладная! Родители тоже все, каждый, что привел завтра. И те, кто не были, тоже скажите, что привели своих. Ладно. Ха-ха! Время вечеринки! О, почему потемнело? Ой, хэллоуинская вечеринка! Там вон девочка хэллоуинскую вечеринку устроила. Вот это да! Блин, я, конечно, сегодня на завтрак столько гороха съела, реально так живот болит, это капец, на самом-то деле. Ты это, Джекс, ну если что, прости меня, хорошо? Надеюсь, не обидишься, окей, Джекс? Ладно, хорошо. Ой, ой! Прости! Ой! Ой-ой-ой! Ой! Капец, как я так-то это, конечно... Ой-ой-ой! Так, ладно. Потому что захотели. Ты чё брухаешь-то? Ладно. Так, всё, заткнулись, всё, быстро! Ого, это девочка-человек-паук, офигеть! Так. Ой, о, блёски кинули, офигеть! Так, слушайте, вы меня задолбали! Одна блёски кидает, другая спрашивает, почему её булят, другая гуляет по классу! Уводят тут друг друга, что-то кричат, тут взрывают, все, вы офигели, что ли? Я вам всем двойки поставлю! Да кто там кричит? Красавы! Уху! Давайте, давайте! Ну, слушай, я считаю, это вообще топовый троллинг, да? Я считаю, да, это точно. Мы эту училку точно затроллим. Так, ладно. Так, вот так вот сделаю и вот так вот. Все, я прикрою за книжечкой сейчас немножко. Вздремну, окей? Давай. Ну, блин, как тут такое пропустить? Ладно, все, хватит спать. Так. Жакс, тебя что-то штырит. Так, ты это, поаккуратней там, если что. Фух, так, ладно. О, а давай я попробую напугать училку. Сейчас. А, что за стук? Ладно, и... это что такое? Испугалась вообще-то! Ой-ой-ой, что с парнем-то его штырит, как тебя прямо? Ладно, вроде успокоился. Вау, вот это, конечно, урок. Все, вы меня задолбали! Что за грохот? Быстро, все вон из класса! О, Джек, скажись, урок закончился. Ну что, тогда по домам? По домам. Ну или погулять. Okay. Погулять, конечно. Ну тогда, let's go! Погнали!